Зачем? Вот где? Его можешь в коробке распределительной искать, где-то в оно, или он напрямую прям с потолка приходит сюда. Раз, два, три, четыре. Четыре, видишь, провода, четыре провода. Уходит в стену. Кухня, ванна, туалет и общий. Вот. На этот общий и вот эти два цепляются. И вот этот наверху сейчас, который горит. Вот сейчас все три лампочки горят. А провода четыре. Значит, я там неправильно подсоединил. Почему правильно? Ты как ты мог неправильно, если у тебя там всего два провода, и у тебя две лампочки горят, кухня и ванна? Как это может быть неправильно? Как это может быть неправильно? А общий вот с выключателя, он же вот он, голый, с выключателя, он вот сюда приходит на землю. Сейчас вот я отключу, определим. Вот она, земля. Вот, вот, вот на землю пихаю. А вот это же, опять же на землю. Это вот этот вот. Это лампочка вот эта. А туда еще где один провод? Ну где? Я его все. Вот, ну, давай как? Как его найти, бля? Где он там? Куда он приходит? Там коробка распределительная есть? Так. Так, земля и фаза. А это что такое? Вот это фаза, вот он, фаза. Земля на люстре. Земля там, наверху, на выключателе. Ой, на светильнике. Она через лампочку сюда приходит. Индикатора нет, блядь, плохо. Да вот она фаза, вот фаза. А может это... Фаза, вот я чувствую, все, фаза, вот, гудит. Так. А сюда через лампочку приходит, через нагрузку уже, земля, вот на эти. Это вон те две лампочки. А это вот это сюда. А еще одного провода нет. Его как кидать, где его искать? Может он там обломанный? Да нет, там нигде не обломанный, ничего. Ну а как же, где найти третий-то провод? Куда он уходит? Куда он может уйти? Может, на другой выключатель выходит? У тебя еще выключатели есть? Может, оттуда на другой выключатель выходит, нет? Да на какой еще выключатель? На какой еще выключатель? Во! Не знаю. Что дура так знать? Это те, там загорается, видишь? Так. А его отведем в сторону. Вот это тот выключатель. А если этот, то если да. А бесполезно, вот, смотри. А если сюда оба, то и здесь горит, и там горит сразу. Потому что вот этот вот общий. Видишь, контачу. Значит, это земля. Это фаза. Это земля. Ну тогда здесь фаза. Только через лампочки. Если это земля, тогда здесь фаза, но она приходит через лампочки. Правильно? Ну. Но обычно на выключатель фазу вешают. Ну, это не меняет. Там два провода, там три провода, а здесь два. Я не понимаю, где еще третий провод, куда делся. Это вот на твою люстру два штуки идут, да? Короче, оставляем это. А? Оставляем сегодня это. Ну давай хотя бы повешаем, чтобы на весу висели они. Ну, просто на весу хотя бы, да? А потом... Все, да? Ну да.